В региональном этапе конкурса приняли участие более 60 предприятий и организаций Белгородчины. Трехсторонняя конкурсная комиссия, состоящая из представителей Управления по труду и занятости населения администрации области, Союза промышленников и предпринимателей, Объединения организаций профсоюзов, выявила лучших в 11 номинациях. За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы первым признан ОМК, второе место у Лебединского ГОКа. А в номинации «За формирование здорового образа жизни» лебединцы завоевали золото. ОМК действительно политику серьезно ведет в этой сфере. И у нас действует стратегия развития кадрового резерва. Организуется научно-техническая конференция. Организуется она таким образом, что в рамках подготовки к этому мероприятию у нас проходит обучение сотрудников. Соответственно, стараемся обучать навыкам ораторского мастерства, да, соответственно, подготовке презентаций как бы в этой сфере. Кроме того, понятно, что если мы будем говорить о рабочем персонале, есть требования законодательства, которые мы, безусловно, соблюдаем и своевременно направляем работников наших на соответствующее обучение в этой области. Кроме того, проводятся у нас конкурсы профессионального мастерства. Эти номинации как раз говорят о том, что в нашей компании, на наших комбинатах, в Лебединском ГОКе и ОМК ведется большая социальная работа с целью заботы и продвижения наших работников, как по социальному плане, так и профессионально. Поэтому и эти номинации, они традиционно, будем говорить, наши. Лебединский ГОК номинации «За здоровый образ жизни» завоевывает первое место уже четвертый раз. Предприятия «Металлинвеста» не уступили еще одну значимую номинацию. За участие в решении социальных проблем территории и развитие корпоративной благотворительности ОМК удостоился первого места. На втором – Лебединский ГОК. Причина успеха одна. Управляющая компания «Металлинвест» является социально ориентированным и социально ответственным бизнесом и вкладывает немалые финансовые средства в устойчивое развитие всего региона и городов присутствия, где работают предприятия компании. И вновь победы. У ОМК второе место за создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы. У Лебединского ГОКа серебро за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Секрет стабильного успеха в слаженной совместной работе служб администрации предприятий и общественников. Мы работаем совместно с работодателем, совместно с управлением по охране труда. Ну и наша роль заключается в том, чтобы привлекать именно общественные силы, то есть именно, как говорится, снизу помогать. И в этом плане у нас основную роль выполняют наши уполномоченные по охране труда, которые работают непосредственно на местах, работают именно в коллективах. Металлургическое и горнодобывающее производство считаются одними из самых сложных. Именно системная работа в области социальных улучшений, охраны труда и промбезопасности позволяет предприятиям компании «Металлоинвест» занимать лидирующие позиции в Белгородской области и на общероссийском уровне. Для нас важно было, конечно, при подведении итогов обращать внимание на такие критерии, как уровень оплаты труда, предоставление социальных льгот и гарантий через систему социального партнерства, это наличие коллективных договоров, качество этих коллективных договоров. Лидеров отличает социальная направленность прежде всего собственников, работодателей, и лидеров отличает, я бы так сказал, положительный морально-психологический климат в коллективе, вежливое, уважительное отношение руководителей к своим подчиненным. Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» пополнят списки предприятий и организаций на областной аллее трудовой славы и представят Белгородскую область в финале.